How can you explain rigidity series suppression in 80 play? It's all experiment by Boris and you also. When you suppress the... No, if you suppress AP plane, according to Poisson relation, your CX is increased. And this should... And it was published in PRL paper. It's induced TC. It's TC increase. Microphone, please. So TC increase when you have compressive strain. Because CX is increased. But Poisson, for instance, in our experiment with this bilayer, it looks like it doesn't work for bilayer. Because CX is increased, but not because of Poisson relation. I don't understand just the terminology or big band is band. Значит, мне непонятна терминология в том плане, что я понимаю, бенд-бендинг это для по поверхности, это на полупроводнике, поверхность или контакт с металлом, там загиб зоны происходит на большом расстоянии, на микроне. А как может быть бенд-бендинг на двух слоях? На двух слоях? То есть это, наверное, просто контактная разность потенциала или нет? Вопрос, применима ли физика, зонная физика для сильно коррелированных материалов или нет? Можно ли придумать... Вообще нельзя. Про зону можно говорить, зона идет, например, в слой. Вот в слое там какая-то зона, да, для этого слоя определена. Для соседнего слоя она будет там другая, чуть-чуть другой энергии. Потом еще чуть-чуть. В этом и состоит загиб. А в данном случае, если у вас есть два слоя, то не на чем загибаться. Дискретно она может сгибать. То есть контактная разность здесь, контактная разность потенциала. Ну это семантика, то есть я использую термин band-bending, да, потому что его использовали люди, изучающие на оксидах фильтры.